Привет, это Slime Rancher, и мы вернулись сюда, потому что вышло небольшое обновление. Совсем такая чуточку, ну капельку, прямо вот самую массипуську. Хотелось побольше, но как есть, как говорится. О, сейчас я вот это вот разобью. Короче, тут появился остров, снежный остров. Видимо, знаешь, типа как айсберг ледяной, ну Северный полюс, типа намек на то. Ранее в Slime Rancher снега не было, и вот сегодня настало время его пощупать. Посмотрим, каково там, чё кого. И для этого нам нужно пройти вот сюда в водопадик. Вот сюда. Мне очень много кто в комментарии писали, типа там слайм вышел, смысл, смотри других блогеров, там ла-ла-ла. Я думаю, блин, да надо снимать, конечно я сниму. Но прежде нужно было снять Planet Crafter. Так бы вчера эта серия вышла, но Planet Crafter давно уже просили, поэтому Planet Crafter был первым. Значит, закидываем сюда плортики. Вот так, потом вон туда закидываем. И вот сюда вот. И сим-сим, откройся. О да. О да, дверка открылась, прыгаем сюда. И где-то тут должен быть телепорт. Фонтанчик наверх. А вот и снег, а вот и первый снег. Первый снег. Его можно, нет, тут как-то пылесосить? Не, походу, никак. Ну и, кстати, пока мы идем, я там в сообществе написал... Тут надо прилететь аккуратно. В сообществе написал про акустическую будку. Пройди туда. Если тебе это интересно, там лайк поставь, комментарий отпишись. Нужно активо поднагнать, чтобы будку побыстрее привезли. Вот, ну, естественно, если ты хочешь на нее обзор. Ну, а мы начинаем. Погнали. Сыпучие обрывы. Ничего себе, дали какую-то новую штуку. Елку заснеженную. А что, я тут что-то слышу? Что это такое? А, это я по снегу хожу так? Это снег под ногами хрустит, а я думаю, что за звуки странные? Слышишь? Прикол. Давай посмотрим, где мы вообще находимся. Ох, как мы далеко прыгнули. То есть мы были сейчас где-то вот здесь вот, а прыгнули вот сюда. Ну и здесь островок вот такой вот маленький, кругленький. И кого ж мы здесь найдем? Подожди. Снег до сих пор не засасывается. Я просто видел, что можно в снежки играть. Какие интересные тут цветы, да? Здорово, зайки. Ага, как они круто. Физика снега присутствует. Смотри, как они закапываются классно. Это круто. Это очень круто. А можно где-то снежочек взять чуть-чуть? Я видел. Что нужно сделать? А что за следы? Что это за слюни тут? Фу. Так. Здорово здесь. Какие елки классные. Вот где надо было Новый год отмечать, слушай. Обалденно красиво. Но здесь должны быть какие-то новые слаймы. Два вида. Точно два вида. Ого. Ну ничего себе. Да стой, стой чуть не... О. Вот это я удачненько упал на самом-то деле. Давай откроем, посмотрим, что там у нас. Секретики. И кучка снежных слаймов. Это, короче, снеговик из слаймов. Забавно. О, смотри, пузыри какие-то. Интересно, а что они там делают? Давай попробуем туда спуститься. Ну там как бы обрыв и... Не очень бы хотелось упасть. Блин, я до них, наверное, не доберусь. А так хотелось бы. Сейчас, подожди, рискну. Рискну. Я что-то собрал. Снежный какой-то пузырь. Один. Чё это? Идеальная снежинка. Все остальные снежинки им завидуют. Вау. Ну-ка, давай ее отсюда выкину. Ух ты, класс. Обалденно. Она очень хрупкая, наверное. Это не еда, если вдруг что. Просто снежинка красивая, как украшение какое-то. Ну, карточка совсем махонькая. Ну, ладно. Мы еще только начали здесь все обследовать. Посмотрим. Вот еще какой-то воздух. А, это тоже снежинки. Давай их понасобираем. Понасобираем больше снежинок. Как-то они плохо собираются, если честно. Скорее всего, они нам нужны будут для изготовления чего-то. Возможно, там, снеговика слаймового и все такое. Это как ингредиенты, знаешь. А ты кто? Гром и Хурица. Ого. Прабабуля каменистой курицы. Это, короче, курица-динозавр какой-то. Цветочки интересненькие. Лавовые, которые в воде, да вы что? Они ж тут потухнут. Зачем их в воду затолкали? Ох, как их тут понаплодилось-то. Это я разобью, конечно же. Кто ж вас, ребят, сюда... Или вы сами сюда залезли, чтобы остудиться? О, а вот еще один тайничок. А вот там вон дрон, кажется, светится. Сейчас все по порядку открываем. И
Здесь у нас ледяной куб. Зубодробительный ледяной куб. Интересно, долечу туда, нет, как думаешь? Сейчас попробую. Должен. Топливо должно хватить. Почитаем, что в тебе скрыто. Итак, архив GG открыт. Это северное сияние, призрачные деревья и поверхности, появляющиеся в ночи. Так похоже на то, что происходит в лабиринте, но это невозможно, учитывая состояние бреши. Я начинаю подозревать, что оболочка ледника увеличивает призматические волны, создавая что-то вроде эхо-камеры, в которой усиливаются эффекты окружающей среды. О как! Ну, ой-ё, какой ты здоровый! Напугал меня мальца. А смотри, как снег на них налипает. Смотри на его пузо. Он весь в снегу просто. Это круто. Вот физика снега мне безумно здесь нравится. Реализовали классно. Молодцы разработчики. Даже мои следы видны. Ёлки-палки. Можно меня выслеживать по ним. По снежным следам. Хотя они вроде засыпаются потом в конечном итоге. Сейчас, подожди, давай вернемся вот тут. Тут я круг наворачивал. Они... Да, снег идет, и они, видишь, засыпаются снегом. Слушай, кажется, это морж. Саблезубый слайм. А ну иди сюда. Ну точно. Прыжок из прошлого. Блин, капец. Я думал, что я здесь встречу каких-нибудь, знаешь, ледяных моржей. Они просто взяли сюда и моржей из прошлой серии перетащили. Ну как, ну блин. Ну придумали бы что-нибудь. Ого, вот это пещерка. Пойдем поглядим. Что-то там. Теплые цветки. Мне это напоминает Субнатику. Помнишь, когда мы в Белозеру играли? Там тоже были цветки, которые грели, обогревали. И тут то же самое. Огненные цветы, которые дарят тепло этому острову. Здесь у нас что это такое? Окаменелость слайма. Давай заберем. Я что-то получил? Я это просто сломал? Вот. Окаменелость слайма. Если бы история умела улыбаться, это была бы ее улыбка. Ну, как бы, ладно. Это мы, видимо, древних слаймов раскопали, останки их. Еще саблезубики, ну давайте, я вас возьму. Попробую поразводить у себя. Тут как бы есть проход, но нам туда не советуют идти, тут очень опасно. Вот, смотри, злобные саблезубы фосфорные ларга. Ой, пойду-ка я отсюда. Давай вниз все-таки спустимся туда, вот поглубже. Вот так вот. Посмотрим, что у них тут в самой глубине. Этих теплых цветков. В принципе, пока что ничего. Я обожгусь, если на цветок встану? Нет, он не обжигает. Охотничий, что ли? Охотничий слайм тут замаскировался. Еле заметила. Так, здесь у нас еще одна табличка какая-то. Типа, не ходи туда, опасно. Снова окаменелости. Блин, для чего же эти окаменелости? Но я пособираю их все равно. Я думаю, что это как ресурсы дополнительные. А тут злой какой, а. О, посмотрим, что в секреточке. Тихо, тихо, тихо. Надо сейчас тебя водой полить. Машина для снежков. Вот, наконец-то! С помощью системы непрерывного охлаждения этот прибор генерирует пушистые хрустящие снежки круглый год. Вот что я искал, вот что я хотел. Подождите, не надо меня кушать. Охладись. Вот тебе водичкой. Пошел отсюда. Короче, значит, я думаю, нам для этой машины нужны как раз-таки вот эти вот кристальные вот снежинки. Вот. Бегу отсюда. Отлично, что я эту машинку нашел. Надо будет сделать и... Ого. Вон, смотри, какая там окаменелась. Подожди, я хочу подойти. Нет, ее не рассосать, не разбить, ничего. Короче. Так, это где я выбежал? А, это я с другой, получается, стороны выбежал. Куда изначально хотел. Все ясно. Или нет. Потерялся немножко. Немножечко потерялся. А, или да, или нет. Смотри, невидимый мост. Круто. А это кто у нас тут? Это курицы-динозавры. Возьмем их с собой. Пойдем по этому мосту, надеюсь, он не отключится, и я не упаду на дно. В эту пропасть ужасную. Есть кто-нибудь здесь? Кто-то? Никого тут нету. Там, где цветочки. Ничего от нас не скрыто. Вообще не понимаю, где. Мы в какую-то вообще глубину зашли. Очень глубокий ледник. Здесь что? Вообще не... И тут даже никого нету. Слушай, пустота. Как-то... Кто-то повыпрыгивал. Уже не так одиноко.
И куда ж я выберусь-то? А, вон куда я вышел. Я вышел к самому началу. Офигеть. То есть, да. Это я... Это как-то я отсюда вот так вот... И вот сюда вышел, да, получается? Ну, ничего себе. Вот это поворот. О, дрон. Как это я его в первый раз пропустил? Давай посчитаем. Вот это открытие. Этот ледник появился здесь уже после моего первого прибытия на остров. Не пойму, как такое возможно? Отправляю еще дронов. Пусть соберут больше информации. А я пока погляжу на этот снег. Это правда так весело, как в моих детских книжках. Блин, настала ночь, я увидел мосты, смотри, вон, которые ведут наверх. А это что такое? Это... Снежок, наконец-то я тебя нашел. Я тебя так долго искал. Я хотел в снежки поиграть. Это же так круто будет. Но я, если честно, думал, что снежки можно прям вот, вот с этого снега вот так вот высасываешь. И как бы, ну, чистишь от снега, и, соответственно, снежки получаются. Надя снежком. Забавно. Кому снежком еще? Ничего себе не отлетает, как будто не снежком, а каким-то патроном в них стреляю. Ядреным. О, в меня кто-то тоже снежок кинул, слушай. Прикольно. Кто это сделал? Кто это? Так, лови. Вон, смотри, они тоже снежками кидаются. Забавно. Кто кого перебьет, у кого мощнее снежки. Вот так вот. Прикольно. Вот это у нас баталь. А, в меня кто-то попал. Чё-чё-чё. Нати. Водой. Кстати, а что если я в снег водой? Не, как бы пофиг вообще. Да что происходит? Откуда вы тут взялись-то? В таких огромных количествах. Я сейчас снежками буду вас закидывать. Хотя мне кажется, что толку от этого не будет никакого. Но мы попробуем. Лови. О, снежки их вообще быстро убивают. Ну-ка. Ну-ка. Стой. Не успел сожрать. Слушай, да, снежки очень эффективны против них. Они прям сразу же взрываются. Крутяк. Ну ничего себе, ты посмотри. Они как бомбочки работают, ауешные. Даже если рядом с ним упадет снежок, он сразу же взрывается. Это классно. Так что надо боезапас пополнить. Так, мосты еще пока не исчезли? Я же хочу по этим мостам пробежаться, посмотреть, куда они нас приведут. А-а-а. Смотри, помнишь, я на лету собирал вот эти снежинки? Теперь здесь есть мостик. И он именно ночью появляется. Ой. Стойте. Тут как бы очень опасно. Тут есть брешь, через которую можно провалиться. Посмотрим, куда нас этот мостик приведет. Он прям на самый верх ведет. Может, какого-нибудь новенького смайлика мы встретим. Итак, у нас здесь... Что это? Я вначале подумал, что это чей-то глаз. И на нас какой-то монстрюган здоровый смотрит. Как бы здесь вроде... Ничего нету, слушай. Так, короче, мне нужно вон туда взобраться. Там, я думаю, есть... какой-нибудь картограф, который позволит нам раскрыть эту местность. Поэтому нам нужно определиться, найти... Пойти налево, либо пойти направо. Пойду налево. Посмотрим, куда нас эта дорожка приведет. Ну, такая себе дорожка, слушай. Тут все как-то... Мне кажется, плохо. Ух ты, какая красота! Вот это да, обалдеть. А вон там у нас саблезубый гордо сидит. Че, встречаем закат? Закатище! Блин, как же это красиво-то, слушай. Прям дайте-ка я вот тут встану. Ой, это место специально для рассвета сделали. И для заката. Какой рассвет красивый, ты только посмотри. Четко. Мне понравилось. И солнце так тебя ослепляет. Значит, нам нужно... Что нам нужно? А погоди, ты чё... Чё твоя любимая еда какая? Просто мясо, да? Диета мясо. Давай сейчас в слаймопеде посмотрю. Может быть, вот эти вот... динозавроподобные курицы... Это их любимая еда? Да, точно. Они любят вот этих вот динозавроподобных куриц. Поэтому нам нужно таких собрать как можно больше. Эй, чуваки, курица есть? А если найду? А вот, кстати, и картограф. И вся карта открыта. Чума. Короче, пока я ломал голову, как туда взобраться, нашел расщелину в горе. Смотри, какая тут интересная гора. Все в эхо. Все в таких проекциях каких-то. Ух ты, какие вы злые. У вас тут случайно куриц нету? Потому что мне курицы нужны. Вашего батю накормить надо.
Во-во-во-во, вот это я заберу, вот это я заберу. И тебя тоже заберу. Сколько здесь куриц, отлично. То, что нужно. Цыплятки пока пускай растут. Он прям туда в щель куда-то забился. А я, кажется, еще одного дрона нашел. И у нас метель начинается, видимо. Звуки такие стрёмные. Итак, пока дроны собирали данные, мне удалось скоротать время и сделать снеговика. Снеговики попадались мне в книжках, и у меня как раз была лишняя морковь. Почему бы и нет? Я, конечно, не скульптор, и это было заметно по моему снеговику. Хорошо, что снеговики не могут говорить. Впрочем, пару часов спустя он выглядел еще хуже. Стоял полдень, лучи солнца согревали мои щеки, и мне стало ясно, почему этого места не было здесь раньше. То есть, как бы, этот остров появляется только в морозы. Как бы, ну, солнце есть, и остров не исчез. Короче, как-то все это странно. Все это очень странно. Ну ладно, чё, пойдем спустимся вниз к Ларго зайдем в гости. Точнее, Гордо. Почему Ларго-то? Это же Гордо, он же гордый, он здоровый такой. О, курица еще одна. Сейчас мы его бомбанем, может быть, даже. Мне, конечно, не хватает еще одной курицы, по-моему, им десяток нужно. Любимой еды, я не тогда бомбалыло делают. Курица, последняя курочка, где ты, выходи. Ну что, дружочек-пирожочек, а ты реально похож на пирожочек? Давай попробуем тебя накормить твоей любимой едой. И нужно еще совсем... Ой, нет, тут двадцатка нужна. Точно, почему я думал, что 10? Знаешь, что, о чем подумал? А что будет с Гордо, если в него пострелять снежками? Ну, как бы... Абсолютно ничего ему пофиг. Зато я ему снега сюда принес, а то он тут в тепле сидит. На солнышке греется. Блин, как это классно. Вот это классная превьюха будет. Так, ладно. Я тут принес тебе парочку твоего любимого. И не твоего любимого, держи. Нормально, не? Маловато будет, еще надо покормить. Как оказалось, на эту горку сейчас залезть невозможно. Давайте пока, ребят. Ночью тоже нету мостов, поэтому там, видимо, делать нечего. Пока ходил тут, собирал ассорти из куриц, нашел еще вот тут вот в загашнике жука. Давай почитаем. Поверить не могу, саблезубые слаймы. Все знают, что они вымерли где-то после желейного периода. Могли ли они сохраниться внутри этого ледника вместе со своим миром, как в капсуле? Возможно, все это время ледник находился на дне Слаймового моря, а из-за сейсмической активности в тлеющей долине поднялся наверх. Нужно продолжать исследование. Во, теперь уже стало понятно, как этот ледник здесь появился. Ну чё, жопа наглая, ты готов взрываться или нет? Я уже в него столько куриц затолкал, это просто капец. Я сейчас ему тут принес вообще прям конкретно ассорти. И... О, наконец-то! Он бомбанул, и мы открыли телепорт. Это здорово, но вот это вот... Я хочу забрать вот это вот. Это что у нас? Солнечный сок? Ослепительно прекрасен, если долго на него смотреть. Если долго на него смотреть, ослепнешь? Это серьезно, но мы не будем долго на него смотреть. Так, это плорты. В общем, значит, его мы бомбанули, поэтому отправляемся куда? Куда этот телепорт нас перекинул? Подождите минуточку. Я вернулся. Нифига себе. Отсюда вот сюда. Это сильно. Ну что, саблезубики? Я думаю, что вам будет здесь уютно. В принципе, тепло. Надо загон только повыше поставить. И воздушную сетку. Вот. Добро пожаловать домой. И нужно теперь подумать, с кем я буду их скрещивать. Ну и как мы видим, я не нашел еще какого-то слаймика, по всей видимости. Поскольку у нас здесь есть неизвестный плорт. Насчет окаменелости. Давай попробуем их сюда закинуть. И они действительно являются ресурсом. Ну и тогда я солнечный сок тоже сюда. И вот это вот тоже сюда. Идеальные снежинки. И давай посмотрим, что я могу с ними сделать. Для чего они вообще, собственно, тут нужны. Вот, машинка для снежков. Саблезубый плорт. И все, все остальное у меня есть. Значит, нужно будет этим как-нибудь заняться. Ну, а на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться. Ого, какой рев. И подписаться. Ну а мы уже с тобой увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи. Тихо, ребят, вы тут это... Не рычите друг на друга-то. Надо будет еще их покормить.
У меня, кстати, есть мясо, держите.